И как я это сделаю? Подожди минутку. Как быстрее всего добраться в город? Я тебе советую пойти тем же путем, что ты и пришел. Но ты также можешь... Нет, это слишком опасно. Выкладывай. Ладно. Строители этих залов передвигались своим способом. Насколько мы можем судить, они умели телепортироваться. В этом нет ничего необычного. Телепортационные камни, которые мы нашли в Харинисе, в самом деле весьма необычны. Кажется, что телепортационный камень в этих залах может вести в город. Но ни у кого из нас не хватило смелости это проверить. Где находится этот камень? За дверью в комнате с бассейном. Я запер его там. Что, если мне попробовать переместиться с его помощью? Не знаю. Нам слишком мало об этом известно. Возможно, ты не выживешь. Дай мне ключ. Я хочу посмотреть на него. Правда? Но я не отвечаю за последствия. Давай ключ. Если ты так хочешь, пожалуйста. Где остальные телепортационные камни? Мы пока что нашли только один. Где-то посередине Харинеса. Рядом с таверной «Мертвая гарпия». Эй! Эй! Я принес часть орнамента. Правда? Это замечательно. Ты знаешь, где остальные части? Если верить древним письменам, ключ был разделен на 4 части. Эти части все еще находятся на острове. С помощью Мирдариона мне удалось расшифровать некоторые надписи. Они указывают на места, где были спрятаны части орнамента. Эти места я отметил вот на этой карте. Ты должен искать части ключа именно там. Обращай внимание на древние постройки. Они могут быть полуразрушенными, но все же легко узнаваемыми. Это может быть что угодно. Валун, круг камней, мавзолей или что-нибудь подобное. Ну, к чему эта болтовня? Ты сам все увидишь. Удачи! Для чего орнамент был разбит? Тот, кто сделал это, не хотел, чтобы портал открыли снова. Чем больше я изучаю эти надписи, тем больше убеждаюсь, что жрецы этой цивилизации не были дураками. У них были веские причины закрыть доступ в свою долину. Мы не знаем, что нас там ждет, но ничем хорошим это точно не окажется.
это не удивляет. Никто никогда не спрашивает меня. Все об этом знают. Это плохой бизнес. Он нас... Я слышал другое. Это все слухи. Я не верю в это. Я видела это сама. Он почти не отдыхает. Никому не интересно мое мнение. Эй! Пойди туда, сделай это. Я не верю в это. Я знал, что это... Расскажи мне о кольце воды. Так, как ты пок... Но я расскажу... У меня собственное мнение на этот счет. Я не был бы так уверен. Да, сделай это. Кто является... Пока ты не вступишь в... Но ты наверняка... Не слушают меня. Первый... А где... Они исследуют постройки... Мы подозреваем, что... Скажи мне, что это не так. Я уже подумал об этом. Ты расскажи мне... Если хочешь присоединиться к экспедиции... Я могу передать с тобой письмо, которое ты отнесешь Сатурусу. Ты можешь пойти с ним только в том случае, если ты будешь одним из нас. Безусловно. Чем? Мы стоим на пути, если... Поэтому мы... Сделай это. У меня собственное мнение на этот счет. Он узнал это не от меня. Смог. Эй! И это еще не все. Где ты это услышал? Знал, что это будет лучше проблемой. Не говори, не надо. Никто ничего не хочет знать. Не нужно верить всему, что говорят. Опять то же самое. Но он все время знал об этом. Не нужно. Это было так, как ты сказал. Ты что-то ищешь? А что, так заметно? Да, у меня есть поручение от магов воды. Я ищу потерянный орнамент. Как удобно. У меня тоже поручение от Нефариуса. Так значит, ты принадлежишь к кольцу воды? Пока нет, но я работаю над этим. Я рад. Значит, мне не придется заниматься этим в одиночку. Ты уже нашел орнамент? Я знаю место, где он должен быть. Этот каменный круг похож на то, что описывал Нефариус. Теперь нам надо просто найти механизм, который мы и должны найти. Я передал Ватрусу твое письмо. Я и не ожидал другого. Спасибо. Я хочу обучиться тому, что ты умеешь. Хорошо. Что именно тебя интересует? Мне больше нечему учить тебя. Ты слишком хорош. Эй!
Эй, ты! Я пробовал, но он не работает, ничего не делает. Значит, фермеры Лабарта были правы. Они сказали, что один из них уже крутился здесь, возле камней. Каменный страж появился из ниоткуда и напал на него. Фермеры позвали ополченцев. Те оповестили паладинов, которые и уничтожили монстра. Я уже обыскал здесь все. Если орнамент и был здесь, теперь он у паладинов. Тогда я пойду и попрошу у них орнамент. Отлично. Сейчас я снова иду в город. Встретимся у Ватроса. Эй! Я уже подумывал об этом. Но он настаивал. Я кое-что слышал об этом. Я тоже так считаю. Я в первый раз слышу об этом. Ты знаешь что-нибудь о каменном существе из круга камней у фермы Лабарта? Конечно. Мы уничтожили его. Оно угрожало близлежащим фермам. А почему тебя это интересует? Это было так, как ты сказал. Я сам не лучше. Пойди туда, сделай. Я ищу часть металлического орнамента. Она должна была быть неподалеку от фермы Лабарта, в круге камней. Да, я помню этот предмет. Мы нашли его у каменного монстра. Я подумал, что это магическая руна. Вернувшись в город, я отдал ее лорду Хагену. Возможно, она до сих пор у него. Ты думаешь, это нормально? Что? Появление каменного монстра? Насколько я знаю, этим вопросом занимаются маги воды. Мне же совершенно не до этого. У нас хватает дел в городе и долине рудников. Понимаю. У меня собственное мнение на этот счет. Ты не знал этого. Никто ничего не хочет лучше знать. Лучше не говори, не надо. Это было очевидно. Никто. Стой! Только люди, состоящие на службе у короля, могут войти в ратушу. Мне нужно поговорить с лордом Хагеном. Да ты знаешь, как часто я слышу это? Я не пущу тебя. А если ты все же попытаешься войти, мне придется убить тебя. Будь добродетели труден и тернист. Не говори, что ты не знал. Это действительно правда. Ничего не делается. Это еще не все, поверь мне. У меня собственное мнение на этот счет. Где ты это услышал? Не говори, что ты не знал. Скажи этого. Мне, что это не так. Это было... Эй, ты! Я не верю в это. Не нужно верить всему, что никому это не говорят. Я тоже так считаю. Он не заслужил этого. И он решил встать между двумя братьями, чтобы погасить этот конфликт. Но у него ничего не вышло. Вот, там, где стоял Аданос, находилось место, где ни у Иноса, ни у Беляра не было силы.
Он не заслужил этого. В этом месте этого. Порядок и хаос были равны. Рано или поздно это должно было случиться. Я всегда это говорила. Это секрет. Из этого не выйдет ничего хорошего. Подожди минутку. В чем дело? Давно я уже не видел чужака на нашей земле, который не хотел бы ободрать нас как липку. Надеюсь, я не ошибаюсь в тебе. Я Эгил, а этот чудак вон там мой брат Эним. Как идет работа в поле? Отлично.
Если бы только эти мерзкие полевые хищники не портили наш урожай. Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Ты шутишь. С тех пор, как я работаю на этой ферме, я убил их столько, что уже сбился со счета. Но на место убитых приходят новые. Эй, ты! Кто ты? Меня зовут Эним. Я работаю здесь, а коротышка вон там. Мой брат Эгил. Мы работаем здесь, на ферме Акила. Уже несколько лет. Как идет работа? Ты хочешь помочь? Тут есть еще одна мотыга. Бери ее и выходи в поле. Нужно только быть осторожным, чтобы полевые хищники не подкрались к тебе незаметно. Они сожрут тебя, даже моргнуть не успеешь. Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Я убил их столько, что уже сбился со счета. Но проблема в том, что на место убитых приходят новые. Твой брат сказал мне то же самое. Что? Этот трус? Да он всегда исчезает, как только эти твари хотя бы приблизятся к нашей земле. Ему не стоит нести такую чушь. Твой брат говорит то же самое. Ага. А что еще он говорит? Что он тоже убил множество полевых хищников. Что? Да этот тормоз даже не может самостоятельно найти путь домой. Скажи ему, чтобы он больше не бахвалился. Твой брат думает, что ты хвостун. Что? У него действительно хватило мужества сказать это? Ему лучше следить за своим языком, а то мне придется опять преподать ему урок. Иди и скажи ему это. Эним немного раздражен твоими словами. Пусть не расхаживает, как павлин, распустив хвост, а то я ему голову оторву. Скажи ему это. Я думаю, вам двоим нужно просто остыть. Этот ублюдок не отказался от своих слов, я прав? Я ему пасть порву. Скажи ему это. Делай, что хочешь, а я ухожу. Да, уходи отсюда. Я думаю, вам двоим нужно просто остыть. Этот ублюдок не отказался от своих слов, я прав? Я ему пасть порву. Скажи ему это. Почему ты не скажешь ему это сам? Сейчас пойду и сделаю это. Пожалуй, я заберу твое оружие. Подожди минутку. Тебе мало того, что ты натворил. Я думаю, тебе лучше уйти. Ох, моя голова. Подожди минутку. Тебе мало того, что ты натворил. Я думаю, тебе лучше уйти.
Сколько денег тебе нужно для этого состязания? 10 золотых. Я дам тебе деньги, чтобы ты сразился с Рухаром. Правда? Огромное спасибо. Я скоро верну их тебе. Если я смогу победить, я даже верну тебе их с процентами. Еще увидимся. Подожди минутку. С этими тварями. Там ничего нет.
Эй, ты! Эй, ты! Я взялся помочь Нефариусу и найти потерянные части орнамента. Что? Быть того не может? Ты опять вмешиваешься? Не надо беспокоиться, все доставлю как есть. Подожди минутку. Телепортационные камни, похоже, работают нормально. Ты сделал это? Ты действительно вошел туда? Да. Очевидно, они все еще работают. Невероятно. Мне нужно будет поближе взглянуть на них. Эй, ты! Эй! Насчет пропавших фрагментов. Да? Я нашел их. Отлично. Найди еще один, и они будут у нас все. Вот, возьми в награду это золото. Насчет пропавших фрагментов. Да? Напомни, сколько всего фрагментов? 4. Ты найдешь оставшиеся фрагменты в местах, которые я отметил на карте.
Как это типично для него, правда? Ладно, не говори мне об этом. Не нужно верить всему, что говорят. Ты просто послушай. Я уже подумывал. Это море освободило землю. Я теперь даже не знаю, кому верить. Я знал, что это будет проблемой. Он сам так решил. Я бы сделал по-другому. Не говори, что... Где я могу найти лорда Хагена? Он в ратуше, в конце верхнего квартала. Но тебя не примут там без веской на то причины. Рано или поздно это... У меня нет времени на это... Я слышал другое. Не могу поверить в это. Я слышал другое. Но Инос видел, что сделал Белиар. И он тоже спустился на землю и выбрал человека. И Инос...